Здравствуйте, друзья! Это вдоле. Программа о женщинах и про женщин. <связать> Я вчера думала, как бы можно было еще это представить? О женщинах в бизнесе, но мы уже давно вышли за пределы чисто бизнес-темы. О женщинах по жизни. Да, но это все равно женщины сильные, которые не только плывут по жизни, но и плывут против течения, создают собственные дела и сами строят свою жизнь. Программа о женщинах для мужчин. Финам-ФМ слушают не только мужчины. В общем, это программа о жизни, наверное, глазами женщины. Вот сегодня я это представлю так, глазами необыкновенной женщины, женщины э, уникальной, которая построила сама свою, эту самую жизнь и карьеру, и строит ее дальше, и может поделиться личным опытом. Э, сегодня мы поговорим о том, как быть первым, и как от рок-н-ролла э, и от рок-н-ролльной радиостанции прийти к двум канским львам. 65 10 99 6 наш московский телефон, код Москвы 495. Заходите на нашу страничку в доле на сайте фм. У нас в гостях основатель, лидер, идеолог и бессменный руководитель маркетингового агентства IQ маркетинг Наташа Степаненко. Здравствуйте, Наташа. Здрасте, Таня. Очень да. приятно всех слышать. Спасибо, что пригласили. Ну, мы здесь вообще собираем уникальную коллекцию невозможно прекрасных женщин, которые действительно построили что-то такое, сделали что-то такое, что, может быть, не всякому мужчине бы удалось. И, наверное, и как каждый раз пытаемся выяснить, в чем здесь секрет. Пока что мы с нашими героинями не нашли определенных гендерных зацепок, которые позволили бы нам говорить, что вот у нас есть такие преимущества, поскольку и там, не знаю, и в пиаре, и в бизнесе замороженных продуктов, и в риэлторском юридическом бизнесе, о которых мы до сих пор разговаривали с нашими героинями, как-то все-таки наши героини скорее делали успехи вопреки тому, что они женщины, они благодаря этому, может быть, в маркетинге как-то иначе, поскольку ты у нас такая королева маркетинга, Маркетинга. Повторюсь, единственная, единственный пока обладатель в России канских пальмовых львов именно за маркетинговую кампанию. Правильно? Да, двух золотых. Даже, да. Да, двух, да, двух и золотых, это да. правильное уточнение. Но сегодня э, наш день начался с того, что Наташа приехала и привезла нам коробку шоколада ручной работы, которую она вчера сама делала до двух часов ночи. Что, столько свободного времени? Слушай, я считаю, что всегда должно оставаться время в жизни того, чтобы сделать ручной шоколад для своих подруг. Мы с тобой давно не виделись, и, знаешь, я вчера поняла, что я должна тебя привести что-то особенное, что я тебе могу особенного привести. Ну, конечно, шоколад ручной работы, заколдованный шоколад. И Это, конечно, потрясающе, потому что действительно мы с Наташей знакомы много лет, но видимся редко в силу нашей какой-то занятости, необыкновенной. Каждый раз, когда мы встречаемся, меня просто поражает твоя действительно вот какая-то... Мультиинструментальность, что ли? да? Ты, ты mm -hmm. успеваешь и работать, и путешествовать, и вкладывать душу в своих друзей и заниматься какими-то духовными э, вещами как-то себя развивать. Но ведь, наверное, с самого начала все было не так. Ты девушка, которая выросла в Петербурге, была вся такая романтическая, наверное, медленная, как большинство петербуржцев. Слушай, ну меня закалили перед Питером по всей стране. Вот, потому что папа занимался какими-то могучими, грандиозными советскими подземными стройками. Вот поэтому я пожелаю и на Памире, э, и на Теньшане, и, ну, собственно, почти в каждой из 15 республик мы побывали. А это меня очень сильно закалило, а, несмотря на мою такую врожденную интровертность. А, вот. А, знаешь, вот, и возвращаясь вот к, твоим, к твоей зацепке про женщин. А, мы же э, многостаночницы, каждая из нас. Ну, то есть там э, все гендерные физиологические исследования показали, что женщина способна значительно больше вещей делать на единицу на время, времени. Да. Ну, да. да, да. Вот. И э, это и в бизнесе очень полезно, но э, основная, мне кажется, какая-то вот история, которая... Ну, по крайней мере, если я, там, анализировать, пытаться анализировать, меня всю жизнь аналитики учили, я же матмех, э, раскладывать... Составляющие э, какой-то свой относительный успех. Я думаю, фишка, конечно, в другом: фишка в том, что э, женщина способна создать некую атмосферу. Э, понимаешь, то есть, э, бизнес, по большому счету, и сейчас уже многие к этому приходят вот именно в 21 веке э, это не классический какой-то набор э, качеств, э, технологий, техник. Uh, и тем более вот, какой-то такой вот, uh, 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 конъюнктуры, uh, спекуляции, uh, это все-таки атмосфера, энергетика, вибрации, uh, которые женщина способна создавать в первую очередь, то есть очень талантливо. Но женщина действительно... же способна все эти вибрации, собственно, искажать. Очень сильно. Ну, знаешь, тут э, сказать, понятно, что никто из нас не идеален, но а тут первично создавать. Вот, потому что если мужчина будет строить э, мне кажется, склонен к тому, чтобы строить такой беспри беспристрастный, технологичный отточенный бизнес, да, где нет места эмоциям, где нет места человеческим проявлениям каким-то, то женщина будет все делать наоборот. И вот, и в 21 веке, мне кажется, это и становится актуальным, потому что все становится более осознанным, люди хотят работать на компании, где им просто приятно, а, то есть не просто а, а, менять... Где есть э, идеология и э, атмосфера. И где нет вот этого циничного обмена своего драгоценного времени, да, жизнь, ну, все-таки, э, довольно короткая штука, на э, бумажке да, денежные там, акции. Там, но ты тысячи. же не сразу к этому пришла. Сначала действительно ты закончила матмех и при mm -hmm. этом а, был, была лауреатом а, союзных олимпиад по литературе. То есть, у тебя творчество изначально и, 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 ну, то есть алгебра и гармония проверялась немножечко в Да, но изначально. меня не терзало в, в школе и даже в университете между левым и правым полушарием, потому что да, были победы в союзных олимпиадах по литературе, а тем не менее я всю жизнь приучилась физмате причем там как-то так случилось, что была первой и тоже, и, и Олимпиады по физике и математике им давались легко. Вот, и, в общем, было совсем неоднозначно, куда пойти Маркетинг, он оттуда, в конце концов, видимо, и народился Потому что это такой удачный симбиоз Математической модели и креатива Да, это очень, ну, как-то удачно так сложилось Да, ну, а правда, что ты приехала на 10 дней в гости в Москву с сумочкой дорожной? На выходные А, даже на выходные? На выходные даже, да, да, приехала на выходные Ну, так это вот был поступок совсем непродуманный, импульсивный Да, такого много в моей жизни. Ну, в общем-то, и радио, которое ты упомянула, это вот такой же был импульсивный поступок: потому что, э -э, ну, вообще, дурацкий совершенно эпизод, который, э -э, тем не менее, э -э, как-то поменял кардинально мою жизнь. Я тогда, меня пристроили после университета мои какие-то влиятельные друзья работать, ну просто какое-то шоколадное место Это был автосалон по продаже машин Kia Motors, ну о чем еще можно было мечтать человеку В 90-х Да, в начале 90-х с образованием математика, понятно, мы были просто никому не нужны в этой стране в первую очередь вот. И я просто в своем автосалоне, который роскошно выстроила, отстроила все процессы, у меня это заняло совсем мало ресурсов и времени, я вдруг услышала тогда еще с кухни вещавшую первую рок-радиостанцию в стране, которую сделали американцы. И весь эфир, собственно, состоял из тогда любимой моей гранж-музыки вот, американской и объявлений о найме людей. Вот. Ну, я тогда ä, полагала, что это непорядочно вот, соскакивать с построенным мной автосалонов, поэтому я поступила вообще эзотерически смешно. Я пошла на собеседование на позицию замдиректора генерального радиостанции. Вот и когда прошла его, когда меня пригласили на работу, я сказала: "Слушайте, ну если честно, мне работа не нужна, она у меня уже есть". Но я могу вам есть... помочь, да? Нет, нет, но у меня есть подруга, вот точно такая же, только блондинка. Моя подруга в то время в больнице лежала. Они были просто потрясены вот этим эпизодом и сделали все возможное, чтобы на радио меня оставить. Ну, так вот, собственно, мне радио всосало и надолго. Я по-прежнему считаю, что это Лучшее было место работы и вообще каких-то подвигов. Это начало 90-х, ты помнишь, когда рок-н-ролл только вышел из да, подвалов на стадион. Увы, и это... сейчас рок-н-ролльную ста станцию в свое удовольствие в стране не построишь, и MTV уже закрыли. Так что у нас, любители гранж-музыки, в общем, прессуют по всем фронтам средствах массовой информации. Знаешь, так и было, потому что тогда доминировал Европа+, доминировал Радио Рокс, с таким истримовым форматом, Европопа, да, и тогда, ну вот, только ленивый мне не сказал, что мы абсолютные идиоты, у нас ничего не выйдет. Вот. Но а, тем не менее, вы порвали эфир. Мы порвали эфир, мы порвали финансовые показатели. Мы зарабатывали в итоге больше, чем Европа в Питере. Вот. И там тоже несколько: знаешь, фишек было изобретено, кроме, конечно, потрясающего эфира живого, абсолютно авторского, с, ну, с уникальным, форматом звучания. А, ну, жизнь, да, выплескивалась вот, а, из, из студии с нашего маленького вагончика, а, Но а, я как-то догнала, и интуитивно абсолютно, не было у меня никаких прообразов и моделей, а, я создала вот на волне популярности эфира и диджи, культовости диджеев гигантский фан-клуб. То есть у нас несколько десятков тысяч человек собирались вот просто по какому-то одному объявлению в эфире в любом месте, в любой точке И, и это был про образ флешмоба. У нас да. в гостях руководитель АКИУ Маркетинг Наташа Степаненко. После новостей продолжим говорить о женщине в маркетинге. У нас в гостях Наталья Степанюк, руководитель и основатель маркетингового агентства АКИУ Маркетинг. Мы вспоминаем, как всегда, с чего все начиналось. Вообще, с прошлой моей гости Марианы Слащевой, мы в каком-то моменте сошлись на том, что нам всем вообще безумно повезло с эпохой. Mm. Как бы тяжело это ни было, какой Абсолютно. бы тектонический разлом не проходил между Союзом там, и его распадом, но мы выросли в правильной стране а, и оказались а, на берегу а, а, в самом начале путешествия, да, и как бы каждый сел в свою лодку, но э, каждый из нас так или иначе стоял у истоков чего-то большого и важного, э, что сейчас, конечно, талантливому человеку гораздо сложнее сделать, изобрести этот велосипед в, в нашей стране, наверное, трудно. Хотя, да, действительно, ты говоришь о том, что сейчас время не столько э, проектов вообще, сколько у, у таких вот действительно личностных, уникальных и эмоционально правильно направленных бизнесов. И все-таки, как ты оказалась в Москве? Как ты оказалась в маркетинге? Хм. А, был такой серьезный разрыв а, в конце 90-х между Питером и Москвой. То есть, 96-й год, по-моему, когда я сюда переметнулась, а, Питер спал. Ну, то есть, Питер вот спал своей прекрасной, дремучей а, такой вот свойственной себе манере патриархальной <laughs> да да и а, было ощущение, что все важное, серьезное, значимое происходит в Москве и ну, мне было просто любопытно, потому что в Питере у меня какой -то, на какой -то, в какой-то момент а, времени сложилось ощущение, что я всех знаю, я все знаю, я уже все умею а, не было челленджа, да, то есть не было каких-то таких вот, вот нерешаемых задач, то есть я уже сделала какие-то распаковала Дворцовую площадь, например, да, для каких-то публичных для мероприятий. мероприятий. До этого там были только военные парады. Вот я сделала самый большой рок-фестиваль в Питере. А там после него возник Максидром. А, там с... а первый тест-драйв для журналистов ты Это тоже в тоже Питере? Это уже в Москве. А я в Москве. Да, да. Вот там, там я совершала подвиги на почве рок-н-ролла. Вот. Там, там даже диджейские свадьбы проходили с какой-то неубразимой помпой, то есть на вертолетах, в храме Коли Васина с венчанием. Ну, и прочее то есть ну, вот я веселилась куражилась ну, на полную катушку а, в ну, и, а, ну и расслабилась бы получала бы удовольствие зачем челленджи знаешь вот все как-то даже даже самый такой вот яркий забойный формат да а тогда ну это какая-то действительно жизнь сейчас вспоминаешь но это какая-то вот такая вот книжная сказка то есть вот можно было писать книгу а вот реанимации рок-н-ролла в Петербурге и в общем быть там каким-то самой себе даже интересным персонажем вот, но все это э, в какой-то момент уже э, исчерпывает себя да там по кровь бурлит и хочется чего-то еще эм, я приехала в гости в Москву то есть приехала на выходные с спортивной сумочкой ну вот с 96 -го года не могу уехать Москва удивительный город, то есть питерцам очень тяжело э, его полюбить, э, но я нежно люблю Москву за какое-то необразимое сочетание только с ей свойственных качеств. То есть такого второго города, такого на земле нет. Нью-Йорк, это... мне кажется, похож очень. Нью-Йорк э, Нью все-таки мне представляется более цельным, особенно сейчас, вот особенно после э, 11, сентября. 11 сентября, да, вот он как-то весь... Вот, все-таки, сдулся, не сдулся, но как какой-то стал более такой вот... Респектабельный. Э, респектабельный, клерковый, да, финансовый. Вот, э, пропали мои любимые там эти галереи, магазинчики на Манхэттене, да, там, где вообще была какая-то вообще своя жизнь. Вот, а Москва — это какой-то набор островов, э, ну, в общем, космических островов. Здесь можно встретить... Тут вот, выходя из дома, никогда не знаешь, что с тобой сегодня случится, с кем ты встретишься, и... И, и, и очень большой шанс, что сегодня ты встретишься с человеком Вселенной. То есть здесь mm -hmm. вот живут люди Вселенной. Да, каждый на своем острове. Это похоже на какое-то гигантское болото с кочками. Вот, если ты с кочки на кочки правильно перепрыгиваешь, mm -hmm. то ну, просто безумное веселье и эффект новизны постоянных, каких-то космических удовольствий, там, человеческих, событийных. Вот. Город, который не устает тебя удивлять. Вот. И он с 1996 -го года не перестает меня удивлять. Хотя периодически, понятно, мы все на нее несем за то, что... Адские пробки, не осталось никакой экологии, да, есть, ну все-таки какой-то. И никакой архитектуры. Архитектуры не осталось, да, и, и, и какой-то такой все-таки есть гон агрессии, да, то есть ну, тут тяжело дышать, тут тяжело да, думать, тут тяжело заниматься творчеством, прямо скажем, да, но он и какая-то непрерывная инспирация, а, и в общем как-то я в 96-м году ну абсолютно обоялась энергетика этого города, и как-то осталось на месяц, потом на два, и потом меня уже, ну, все, окончательно всосало. Я знаю, что ты сначала работала в крупных рекламных агентствах западных, и потом вы основали Point с американским партнером, который да. существует до сих пор. Но интересно, что ты ушла из Point, потому что вы не сошлись в стратегиях развития. Да, это что что, что, что что предлагал американский партнер тебе такого, в чем тебе было неинтересно? Ну, в общем, как, как, как не смешно, это очень банально, но не сошлись мы на культурологическом поле, потому что американцы все-таки... Вот да, И замуж это... за них не стоит, <с <с за иностранцев. И замуж тоже надо крепко подумать, что же у меня как-то не сложилось. Был эпизод в моей жизни, да, увлечение американским мужским фактором. А тут в партнерстве надо всегда понимать, что общий вектор должен быть, должен быть, да. То есть там дальше может быть какая-то вариация маленьких векторочков, да, но вот э, общие убеждения, да, и ценности, не боюсь сказать, они все-таки должны быть. Но так сложилось, что э, все-таки в ценностях моих американских партнеров доминировал доллар, ну, такая культура, да, то есть и в общем девушки, с которыми я тогда э, сделал этот бизнес, ну, в общем, они были не уникальны в этом плане. Э, а, а им беспринципно хотелось, хотелось зарабатывать бабло. Ну, причем, учитывая там того момента, да, то есть делать какие-то тупые промо-акции для кока cola для них считалось высшим пилотажем, то есть им дальше ничего не хотелось. Вот, А мне хотелось создавать российские бренды, мне хотелось менять какой-то социально-культурный фон в стране. А, а и в 90-е было, да, чем заняться, потому что формировалась некая другая среда, mm -hmm. абсолютно, да, там, там потому что мы перепрыгивали все-таки семимильными шагами. В советской эпохе переходили вот уже какое-то новое время. А, и сейчас я с удовольствием этим занимаюсь. Вот. И сейчас вот это то, что меня драйвит, да, в моей работе и, и, и от чего я не устаю. Я знаю, что ты э, свою команду собирала просто вот как э, я не знаю, как золотодобытчик через сито эти золотые слитки просеивала. И мне кажется, что ты настолько заморочилась на том, чтобы это были правильные люди, что, может быть, кто-то со стороны. Ну, наверное, удивился бы и сказал, непонятно, зачем столько усилий тратить. В принципе, незаменимых у нас нет, и специалистов в данной области все больше и больше, и они получают уже образование на Западе и так далее и тому подобное. Тем не менее, по-моему, по большинство людей, которые с тобой начинали, они по-прежнему рядом, и, и твоя да. команда это уже, ну, не совсем команда... Почти семья. Да, абсолютно точно. Абсолютно. зачем было так? И, наверное, кто-то скажет, что это, в общем, не очень-то безопасно, если ты находишься не только в деловых отношениях со своим коллективом и а со своими да. подчиненными. А, абсолютно небезопасно, и эта близость, конечно, она не, не культивируется в бизнесе, прямо скажем, вот в христоматином. Но, но, опять же, вот говорим да, о женском. Я всегда создавала себе комфортную среду. Как кошка. Ну, мне самой, да, как кошка, да, то есть э, я создавал прекрасное совершенно пространство, где людям хорошо, да, то есть, ну, ты, ты помнишь наш этот легендарный офис, мы все еще там, на крыше Туполева, прямо над самолетом, порхаем. И э, мне самой там здорово. То есть я сама с удовольствием приезжаю, и, и в общем. Э, когда расстаюсь с этим пространством, даже начинаю скучать, потому что там, там все круто, да, то есть, там много света, там много растений, там много животных птиц, там есть кухня, там есть массажный кабинет, там есть место для йоги, там бесконечно, конечно, диванчиков, где постоянно кто-то спит. Вот, и люди, в общем, там прекрасно себя чувствуют, и люди особенные, да, то есть. Знаешь, практика показала, что... а были у меня эксперименты, собственно. Я даже, знаешь, через своих друзей Ворхаут когда-то за много денег купила себе дорогостоящего специалиста, руководителя пиар-отдела. Вот через три месяца я не знала, как ее не избавиться. И, в общем, Потому что она не вписалась это другой, в совершенно эмоциональный формат. фон. Абсолютно. Это уже совершенно люди с другой планеты. Вот, и э, э, я прежде всего все-таки. Я поняла, что, прежде всего, нужно нанимать людей. Ну, то есть э, профессионала, специалиста, если человек с, ну, с определенной какой-то интеллектуальной среды приходит, с определенной семьи Uh, uh, маркетинг, не ядерная физика uh, можно даже физики можно научить, даже медведи катаются на велосипедах, да. То есть можно научить, можно привить к этому вкус. Есть, конечно, набор необходимых качеств, там о них можно говорить, сейчас не говорить, но человек должен легко интегрироваться в мясо этого коллектива, разделять такие же ценности, и возникает вот такая взаимная вибрация, да, то есть если всем хорошо, если всем в кайф, то и создаются вот эти лучезарные концепции, да, которые просто никто не понимает. То есть мы приходим к клиентам, они даже, даже ставят в тендерах на последнее место выступления или на да, первое, да, чтобы ли зажечь вначале какую-то бесконечную череду этих вот унылых презентаций, да, или нами закончить, потому что, ну, да, мы какие-то петрушки, которые приходят и создают какую то позитивную вибрацию но это тоже часть нашей работы ты сказала разделяет ценности можешь сейчас назвать какие то основные ценности которые вот вы транслируете в своем агенте ну прежде всего этика да, то есть мы все таки на ходе смотрим кто пришел зачем А, у нас нет задачи, мы не очень верим в такой вот оголтелый э, капиталистический маркетинг, вот, когда нужно взять нечто, создать какую-то удобоваримую упаковку, коммуникацию и втюхать. Да? Вот. При этом порой с последствиями, например, обмануть да, потребителя. Мы ну, просто зареклись. На старте этого не делать. То есть мы проверяем, кто пришел, с какими целями, что он конкретно принес. То есть, вот создал ли он что-то, потому что сам маркетинг да, это потрясающая совершенно история, если посмотреть на то, как вообще, в принципе, устроен мир, экономика это всего лишь мост между людьми, между аудиторией, да, который всегда будет что-то приобретать. Ну, потому что тут главное не разогнать эту машинку да, до бесконечности. Продолжим эту тему после новостей. 65 10 99 6. Наш московский телефон. Звоните, задавайте вопросы Наташе. Говорим сегодня с Натальей Степанюк, создателем уникального маркетингового агентства IQ Marketing, об этике в маркетинге, о женском подходе к а, ведению дела, о том, что офис тоже может быть семьей. 65 10 99 шесть наш московский телефон код москвы 495 присоединяйтесь пишите заходите на страничку фм <coughs> задавайте вопросы э, на страничке программы вдоль ты говорила о том что э, один из главных критериев э, э, ценностных это этика да это этика э, то есть никому ничего не надо втюхивать в этой жизни то есть э, нужно э, ну просто основываться на основополагающей миссии маркетинга – это донести новость, да, благую, о качественной, классной, прекрасной, какой-то прекрасном товаре и услуги до, до людей, но да, если которые он в этом нуждаются. Но если качественный, но не такой уж и прекрасный, а все равно надо донести. А всегда есть, во-первых, люк для улучшения, потому что изначально маркетинг, собственно, этим и занимался, да? То есть, э, если у человека было желание производить, э, производить у него был свечной заводик, да, например, вот, привел человек свечной заводик. Вот, маркетинг и должен э, заняться тем, чтобы свечной заводик выпускал актуальные свечи, да, вот с каким-то правильным <с запахом, <с: красивой формы, да, привлекательные, вот, чтобы от них какое-то сияние исходило. Да, вот, а дальше уже донести эту благую новость о том, что эти свечи есть. А, вот и все. То есть, и, знаешь, это, это, по сути, это очень интересно интересная история, да, то есть в ней очень много и бизнеса, и креативы, все это на стыке, и а, вот просто не надо это превращать а, в а, вот такую дурь, да, там, который... Стало, к сожалению, да, констатировать, заниматься основное число рекламных агентств в мире. Что ты имеешь в виду? Ну, ну это когда безоглядно а, просто берется а, что попало, да, а, и товароуслуга, да, любая, любая, то есть, которая порой совершенно. Не то, что не нужна человек она вредна, допустим, да. И дальше придумывается всего лишь какой-то эмоциональный рекламный ролик. Или, или продуктовый рекламный ролик, да, там для того, чтобы эту штуку втюхать. Вот. И дальше используются любые способы и методы для того, чтобы все-таки это, это втюхать, понимаешь? Вот. А вам хочется втюхать красиво. Знаешь, нам вообще не хочется втюхать. То есть нам хочется, во-первых, найти тех, кому. Этот товар или услуга нужны, реально нужны, да, вот. А мы все живем в материальном мире, нам все-таки всегда что-то нужно, да? вот. Даже на летаемом острове тебе все-таки там раз, два, три что-то понадобится для того, чтобы выжить. И дальше помочь производителю довести это до каких-то интересных рыночных показателей да, для того, чтобы человеку, чтобы человек получил больше value, да, то есть получил больше ценности от этого приобретения. Вот, а уже только после этого, да, ну, а, а, а внутри сидит много исследований, много наблюдений, да, много вот этой вот креативной работы по созданию продукта, да, по упаковке этого бренда, по каким-то концепциям, которые закладываются, да, вовнутрь, порой идеологически, вот. А и только, только верхушка айсберга это реклама, да. Но вот если ты весь этот путь проделаешь ответственно, да, вот с пониманием дела, с любовью, да, вот, тогда у тебя и верхушка айсберга будет прекрасна. Скажи, ты можно с любым а, клиентом достичь такого просветления маркетингового? Нет, конечно. Конечно. Как, конечно, как нет, ты выбираешь и... своих подопечных? Ну, как? ты знаешь, до кризиса мы вообще были очень заносчивые и славились тем, что до второго кризиса, вот... до... до восьмого <с года. До восьмого, да, 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 да. Мы славились тем, что очень заносчивые, что мы очень разборчивые, что мы берем там, если не каждого третий, вот у каждого второго клиента, это правда. Да, это правда было так. Вот э, с кризисом мы стали более, конечно, разговорчивыми, но мы не стали разговорчивыми по сути, более разговорчивыми по сути, то есть мы сговорчивыми, прости. Э, мы э, все-таки пытаемся э, поменять ситуацию э, каждый раз таким образом, чтобы наш клиент выпустил лучший товар, да, лучшую услугу. Вот, и все-таки мы могли помочь там, ему, а порой даже и обществу, получить что-то достойное. Ну, какого клиента ты отодвинешь сразу? Что, что, что тебя точно не устраивает? Меня точно не устроит, если, во-первых, клиент будет пытаться продавать что-то ну, абсолютно не... Не, не, не входящий ни в какой кодекс вообще <laughs> человечности ну, вот пришел к нам клиент сказал что он нашел нишу вот подростковый алкоголь а, и он точно знает что она почти пустая да и вот надо сделать так чтобы там Были было мы. хорошо uh -huh. да ну, ну мы вежливо отказались вот. но при этом там мы долго пытались ему объяснить почему этого делать нельзя и не надо и даже понимаешь что он все равно найдет того кто это сделает Конечно, он неизбежно найдет того, кто это сделает, вот, но, видишь, в этом мире нужно пытаться сделать все, чтобы не произошло чего-то плохого, непоправимого. Я, я, я по-прежнему не, не совсем буддист, то есть я пытаюсь влиять на реальность. Вот, но начинать нужно с себя, конечно, да, заботиться о своей карме, вот, если ты в своих действиях как-то вот будешь более. Честен. Выборочен, да, и щепетилен. Это тоже согреет мир. Вопрос с нашего сайта. Станислав интересуется. finam.fm, страничка программы вдоль. Тоже присоединяйтесь. Как объяснить начальнику, что впаривать продукт нельзя? Нужно сделать так, чтобы клиент сам решился приобрести этот продукт. Ну, а, а, понимаете. Сейчас э, пришло такое время, э, могу бесконечное количество данных сгрузить, <связать>, если вы со мной свяжетесь, э, пришло время этического бизнеса, этического маркетинга. Э, оно, оно, оно не то, чтобы вот пришло и встало, да, то есть стало доминирующей концепцией в этом мире. Э, конечно, нет, да, потому что, ну, слишком долго доминирующей концепцией была другая, да, там, бабло побеждает все. И... Э, Поэтому сейчас она сложно интегрируется, но есть уже но больше не более работает, продвинутые да? рынки. Да, есть там, допустим, Скандинавия, где уже ну, ну совершенно вы, вы, вы невероят, с невероятными сложностями столкнетесь, если вы попытаетесь что-то э, вредное, не соответствующее ожиданиям да, ввести на рынок, то есть ну, вплоть до уголовки. Америка просыпается, да, но нет хорошей жизни, там понятно, там всегда вот такие вот отскоки к чему-то человечному возникают на почве разочарований, вот. Ну Европа в пассиве, но тем не менее там тоже есть апологеты вот уже социального маркетинга там и такого этичного отношения. Вот в России, ну, к сожалению, мы все еще развивающийся рынок, да, нам бы еще там третий холодильник купить, там, и пятую микроволновку, то есть мы еще в этом гоне, да, мы... Ну, потом мы социально, у нас коллективная социальная бессознательность понимаешь? Это тоже надо да. Мы когда-то... Я когда-то не так давно читала опрос о том, что для россиян является самыми волнующими проблемами России. и На первом месте был алкоголизм, на втором уже коммунальная значит, политика, что все время растут платежи, а права человека и а, демократические свободы там стояли даже не на десятом. Mm -hmm. То есть это было ниже, то есть вот это вообще не волнует сегодня россиянина, поэтому, конечно, говорить о, социальном, о социальной ответственности, особенно в маркетинге, наверное, пока ну, мы просто не понимаем, что это такое. Мы просыпаемся потихонечку, по нашим наблюдениям, по нашим исследованиям, люди начинают думать об экологии, ну, своеобразно думают, то есть если на более развитых рынках они уже думают через социум, да, через отношение к планете, то мы думаем пока через себя, вот через свой желудок, да, через Правильно желание да, спасти свою угу, семью. Угу. Вот. Ну, 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 Таня, ну это уже хорошо, то есть это уже решительный шаг, да. И уже хотя бы на этих вот таких вот зародышах можно делать какие-то интересные штуки. Мы и делаем, да, то есть, у нас вот сейчас. Две концепции в агентстве в недрах там, пока не могу их выдавать, потому что пока это конфиденциально это и тайна клиент, клиентская. Но мы выпустим в 2013 году э, один бренд и э, одну коммуникацию, которые будут об этом, то есть и только об этом. И ну... это, конечно, огромный риск для наших клиентов смелых. Людей, которые вот на зародыш этих э, тенденций э, уже готовы э, плясать. Но степень социальной ответственности IQ маркетингом мне знакома, потому что я как-то привлекалась к вашим да, прекрасным мероприятиям тебе. и каждый раз поражает, насколько креативно вы это делаете, начиная там, от новогодних подарков и заканчивая действительно какими-то важными благотворительными э, историями, как много вы в это вкладываете, и как вы действительно. Как вы, как вы, изобретаете все это. И, ну, правда, не, не все ваши начинания были для вас безопасны. Вот Вероника mm -hmm. на сайте вспоминает историю с раздачей ватников после ареста Ходорковского, oh, yeah. <laughs> когда у тебя начались проблемы с прокуратурой, и... И спрашивает, отбили люди в масках желание что-то подобное делать в, в, в связи с, с последними оппозиционными настроениями или, или все-таки как-то вы... Да, ну... и мы продолжаем. Ну, а что делать? Мы, мы по-прежнему социально активны, мы просто стали, может быть, такими более взрослыми, и мы... Э ну как наши классики пытаемся свое оружие использовать, я, да, Извини, я спирот. напомню слушателям, а когда арестовали Ходорковского, IQ Маркетинг придумали такую акцию, чтобы в роскошных упаковках, как подарок из самых дорогих там бутиков, разослать крупным бизнесменам в качестве просто такого сувенира ватники Зыковые, с да, телегреки да. телогрейки с номерами на спине, получает посылку, распаковывает эту дорогую упаковку и через, как ты там сама писала, через жемчуг нужные булавки да. и шелковые ленты обнаруживая там телогрей. Да, что это вот есть фэшн-тренд какой-то был год, 2004. Да, но не, не получилось, поскольку изъяли нас партию телогрей. Нас, нас накрыли, изъяли ничего не сказать. Вот, в общем, два грузовика ОМОНа, вооруженного. Вот, э, захватили ангар, где последнюю ночь, где прекрасные э, бабушки, бабушки все это паковали. Да, все это паковали. Послушай, вот. ну а, а можно вообще а, делать какие-то социальные значимые вещи, при этом не лезть в политику? А, ну, конечно, можно. Можно и... и нужно. Лезть, и можно и так как-то туда... Так чуть-чуть, да, а, ну, как-то ассоциативно. Сейчас у нас такое настало время, когда иносказательность э, становится там опять, да, каким-то таким нашим мы вспоминаем, да, вот эти советские жанры то есть, вот то, что сейчас висит по улицам города, наша компания для ведомостей. Может быть, ты видела э, три копирайта, да, да, министры ничего не решают, если не прочтут ведомости, олигархи ничего не решают если не прячут ведомости, ну и там привет коммерсанту, конечно, мы сделали, ну так, просто покуражились. Коммерсанты ничего не решают, если не, не читают ведомости. А, да, ну вот некая иносказательность, а, а, в общем, газета «Ведомости» сохраняет камильфо, то есть никто ничего не может предъявить, но, с другой стороны, все понимают, о чем это, да, и, в общем... А за год до этого, когда нужно было более громко высказывать, тех же Домосей мы сделали, ну, наверное, более социальный такой, более политический проект, когда мы выпустили газету, где, содержание которой было только 29-я статья нашей Конституции, то есть это о защите а, свободы на высказывание о, об, о запрещении цензуры, да, в нашей стране есть такая статья в ну, конституция, которую, в общем, наши правители нынешние пытаются забыть. А, ну, вот мы взяли и напечатали, и там копирайт звучал на наружке, ну и в газете, собственно, на всех носителях как наша лучшая статья. Uh -huh. То есть ведомости таким образом вот высказали свою. И знаешь, это было очень интересно, потому что это бизнес-газета. Это бизнес-газета. Это не общая политическая газета, даже не коммерсант, да, который себе позволяет там как-то... Уже не позволяет. Это газета для нашей аудитории, для аудитории Финам Наталья Степанюк, IQ маркетинг Еще раз новости, и мы вернемся к вам. Говорим с руководителем маркетингового агентства IQ Маркетинг Наташей Степанюк про социально ответственный маркетинг, про то, можно ли быть социально активным и соваться в политику, ну и про то, как на всем этом еще еще и заработать нормальные деньги, чтобы <laughs> существовать. Потому что, конечно, я знаю, что были непростые времена, когда IQ-маркетингу пришлось со всеми своими ценностями выживать. И mm -hmm. вот, наверное, же было большое искушение как-то все-таки немножечко раздвинуть горизонты э, вот этой своей чопорности, да, да. и как бы где-то где продавиться, уступить, нет? Тяжелое время. А, вот эти все последние четыре года, а, вообще, знаешь, как-то вот есть история IQ до и после, то есть до это такой, 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 не знаю, эпизод из Силиконовой долины, то есть очень много mm -hmm. интересной работы, кипиш сумасшедший, какой-то вот муравейник такой, да, и, ну, довольно, да, заносчивая позиция, то есть с этим мы работаем, с этим мы не работаем, а, и очень много денег, ну, то есть а, у меня ребята получали бонусы, ну, которые, ну, совершенно вообще, Газпромовские такие. Mm -hmm. Вот, из-за дело, Ну, то есть, много работали, много зарабатывали. Это было круто. Я за такой расклад. То есть, понимаешь, у нас же, когда мы зарабатываем, у нас зарабатывают все. Водители, секретари, то есть, до верхушки. Я считаю, что это единственная такая возможная модель. И сейчас это другое время. То есть, когда... В общем, если ты э, живешь достойно, а мы вот, вот это мы не смогли а, застрелить в себе. То есть у нас по-прежнему роскошный офис, э, куда приезжают э, экскурсию, клиенты. да, и клиенты охотно, там порой даже у нас зависают работают. И, ну, как-то, ты знаешь, мы с какими-то своими привычками не смогли распрощаться, да, и... То есть было много искушений, там, в первую очередь, уйти какой-то подвал, да, там, там, сесть на каких-то, там, не знаю, 50 квадратных метров <laughs> метрах и ну, перестать вот быть такими какими мы есть пиженами а, да мы не смогли а, и остались знаешь вот фактически в том же количестве в том же качестве это было тяжело мне, да, то есть я, 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 мне, мне пришлось, ну, в общем, потратить все свои сбережения, честно скажу, для того, чтобы сохранить команду, сохранить концепцию, сохранить вообще IQ, а, при, при этом сохранить, ну, в общем, в той форме, да, в которой это было задумано Но тебе это удалось это удалось, да, это удалось, и э, сейчас э, деньги даются с трудом, да, честно скажу, то есть э, значительно сложнее, а сейчас они, ну это тенденция такая, вероятно, э, есть, конечно, исключения, да, то есть там кто-то все-таки барыжит на нашем рынке, не знаю, там продажи ботов в социальных сетях, да, и, и прочее, то есть по-прежнему есть эти грязные технологии. Там, зарабатывание на этих скрытых скидках на медийки То есть это никогда не было нашей работы, Никогда не было нашим почерком мы вообще даже вот этими вещами не занимались никогда Потому что мы а, их даже как класс отвергли Потому что там столько грязи, что мы туда не пошли да? То есть, вот, И также не научились там, откатывать И вот такими всякими технологиями пользоваться Которые очень, к сожалению, в ходу и в России, и в нашем бизнесе. Приходится вот. потрясать своими достижениями и, да, и своей уникальностью. Абсолютно. Знаешь, и эта инаковость, она, конечно, она классная. Ты, ты в ней себя хорошо чувствуешь. Ну, то есть, по крайней мере, ты с достоинством идешь каждый день на работу. Да. И вообще чувство достоинства в нашей стране, Таня. Это самое сложное, что самое ну, большое из... Сколько лет, десятилетия отбегает? 500. 500. Понимаешь, то есть 500 лет нас всячески мордовали там и и, и все самое яркое, если говорить о человеческом факторе, срезали, гнобили, убивали, да и и вот 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 таким стали народцем, где самым редким качеством становится остается <laughs> чувство, собственно, достоинства. Вот и всем желаю его сохранить. А, но э, ты знаешь, да, и наверное то, на чем удается держаться, это на ну на том, что мы немножко Другие, немножко такие кривые, очень романтичные. Слушай, мы же каждый раз верим в то, что мы делаем. Как, как последний идет, понимаешь, к нам приходят, и мы хватаемся за каждый бриф, и мы всерьез. Понимаешь, это вот отсутствие цинизма это вообще редкое качество сейчас. Потому что все стало очень классично, все стало, знаешь, очень технично. Э Бриф, там, ответ на него, да, в канонах. Ну Послушай, ну вы своего первого золотого льва получили как раз за то, что, собственно, у вас заболело и защемило сердце. Да. Потому что вы получили его за э, э, со Выходку социальную да, mm -hmm. компанию, которую вы сделали в Беслане после всей mm -hmm. этой трагедии, насколько я помню. Да, просто... да. Это самый, по-прежнему, знаешь, самый мой, наверное, важный и большой проект в жизни. Вы раскрасили Беслан? Мы раскрасили Беслан, ну причем мы э, таким образом вывели его из этого депрессивного состояния, с которого, как город признавался нам, потом он сам бы не вышел. Вот. И э, это было тяжело. Знаешь, я, я вернулась, я. Уехала с а. больной душой, вернулась совсем. Я, да? я, я, я несколько часов просто рыдала. То есть, вот, меня там тут, 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 тут. То есть мой мой бывший бой, бой, бойфренд, Витя Слава там тебе прекрасно известно, просто несколько часов меня не мог вытащить из ванны, потому что я просто я приехала и обрушилась, да? Вот потом он рыдал еще там несколько дней, когда увидел материал, который я привезла. Mm -hmm. Но да, конечно, это был очень сильный проект, очень мощный. Он поменял, ты знаешь, он поменял не только нас, он, он же поменял отношение к таким, а именно событиям в мире. Я же вот, знаешь, с частотой где-то там раз или два в году до сих пор получаю предложение рассказать об этом или там в каких-то конференциях материалы используются а, мировых, потому что а, а, это был другой подход к проблеме, потому что обычно делается, выпускается следоточивый ролик, собирается бабло, куда-то отправляется, да? Вот я сразу поняла. А что... вы приехали всех всех тех, кто находился в шоке, под, э, растрясти и чем-то за своими руками? Да, да, да своими руками. То есть не отправить всем цинично бабла, да, mm -hmm, который mm -hmm. понятно в нашей стране еще куда пойдет. А мы а, а, а приехали и сами сделали э, эту э, работу по реабилитации. А это, конечно, было очень э, смело. Вот Потом ну, потому самим что реабилитация было... понадобилась. Понадобилось. Ну, можно было, знаешь, подорваться вот на любом каком-то квадратном метре, потому что это такая тонкость. Вот а -а один шаг вот не неосторожный неправильный и можно было еще большую депрессию людей вогнать, понимаешь? Какая-то должна была степень красоты, чистоты, вот порядочности и вот. Ну, видимо, веры, опять же. Веры в, в то, что, абсолютно, что ты делаешь. Абсолютно, абсолютно права. И там, знаешь, там, там не должно было быть ни секунды сомнений. Ты знаешь, когда, когда же мне журналистка подруга позвонила из Reuters. Из Бесланы сказала, Наташа, нас сейчас всех грузят, просто пакуют в автобусы и увозят в аэропорт, потому что нашей стране больше не нужно, ну, это приказ, да, освещение трагедии в Беслане. То есть все, вот 40 дней прошло, да, нас просто mm -hmm. выпинывают. Поэтому отменяй свои захартованные там эти самолеты, да, ничего тебе не получится. Тебя просто не выпустят из аэропорта. То есть я тебя просто предупреждаю. То есть твоя акция обречена. А у меня даже в этот момент не было ни секунды сомнений, я с ним поблагодарил, прощалась и, и, и поехал в аэропорт, грубо говоря. Вот. Второй Лев был уже за коммерческую историю. Да, второй Лев, знаешь, что мы тоже мы опять поменяли ландшафт. То есть мы же такие постмодернисты, мы очень ироничное агентство, мы любим вообще там стебаться над собой. Мы вообще, знаешь, мы большого какого-то значение в то, что мы делаем, не вкладываем. Это всегда она нас спасала. Ну, прежде всего, потому что мы все непрофессиональные рекламщики, там, маркетологи и прочие, да, мы люди там с разных рядов, там, математики, балерины, там, какие-то люди из научных лабораторий, вот, и, нам просто интересно этим заниматься. И второй был, он нарушил тоже представление о промо, то есть мы сделали антипромо, Понимаешь, то есть э, в, 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 то, в то время, когда прекрасные промоутерши раздают в магазинах, там, в барах, каких-то ресторанах какие-то волшебные сигареты, там, загадочно улыбаются и все такое, да, а у нас наоборот: у нас был анти-промо-персонаж это злобный э, собак. Бультерьер, который носился по Питере в Москве и фактически расправлялся с недогончивыми людьми, которые никак не могли понять, что не надо покупать книги в магазинах, а нужно покупать в озоне, да, Там, сидеть дома, пить чай и покупать книжки. Вот, это вот самая собака, да, из адреса <гussion> электронного <гussion> она вот сбежала. Лепили мы с моей соседки Сары мою люб любимую с любимой собаки-соседа Бультерьера. Вот, Сара прославилась на весь мир. Вот, и эта собака, она реально, у нас каскадеры работали, которые вы, 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 выносили, выбрасывали людей из окон книжных магазинов, гонялись за ними там по каким-то молам. Это было дико смешно, да, и Кана, конечно, канской жюри обалдела от, от просто... От вашей дерзости. От дерзости, да, потому что это нарушает все вообще представления о промо Да, вот, нам достался такой второй золотой лев. Скажи, пожалуйста, сегодня IQ-маркетинг себя прекрасно чувствует, и ты на Наверное, можешь, ну, я не знаю, там уехать на три месяца в Гуа, расслабиться, потому что все равно процесс идет, все mm. происходит. Mm. И не, не могу. Нет? Ты знаешь, а вот эти вот мечтания 90-х, да, когда вот лаптопы особенно появились, этот э, что можно работать интернет. в удаленном доступе, ой, какая-то красота была, нам всем так мечталось, да, что мы где-то на полянке, а там вот само по себе вот эти бесконечные какие-то там конференц-колы не работает это так, то есть, ну причем знаешь ни в одной стране не работает, все равно нужно вот это вот мужское рукопожатие, да, глаза вот, глаза. я научилась женское делать, а вот это лучше, и знаешь и не надо даже вот болеть квантовой физикой, который я, конечно, какой-то момент заболел на всю голову. Меня просто в этих казематах учили, да, мне это все близко, чтобы не понять простую вещь. Энергетика, понимаешь, вот, излучение глаз, вот то, какой ты сейчас пришел, там, я вот сегодня там спала, там, часа 4, да, там такая. Вот, но э, и ты также, да, вот, вот мы с тобой сегодня такие. Понимаешь, вот, вот ни одно письмо, ни один какой-то конференц колл вот этой вот близости он не создаст. Это очень важно, почему там, там, Словок, существует на передаче, потому что к тебе живые люди приходят, с тобой живой говорят. Да, ты попробуй это островка с какого-нибудь сделать, у тебя ничего не выйдет. Ну, в общем, да, конечно. Ну, по телефону это невозможно. Да, и даже по скайпу. Да, и понимаешь, а мы же креативная лаборатория. Вот ты знаешь, как там ребенок одной нашей сотрудницы сказал: да что вы там работаете? Сидите, непрерывно жрете и смеетесь. у нас же дети не возбраняются, да, в офисе. У нас постоянно какие-то дети шарятся там. Дети, животные, растения, то есть, вот наши стихи. Вот. Э, Но ну, это действительно так, потому что со стороны кажется, что мы непрерывно сидим, ржем, э, что-то едим, что у нас потрясающая кухня со всем оборудованием, да, для кого угодно, для сыроедов, для, 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 для мясоедов, рыбоедов, что угодно, для, для чайных фанатов. Вот. И мы да, непрерывно просто действительно собираемся, создаем эту химию. Э, этого общего собрания, то есть человек, который эту химию за эту химию отвечает, он что-то придумывает, он делает, или специальный чай, там, или приносит какие-то там специальные рукотворные пирожки, вот, или там показывает какое-то кино, да, инспирирующее. И дальше возникает работа, да, да, конечно, интересная, да, там, потому что создание любого креатива, но ну, это фантастика. Это, это знаешь, это на самом деле есть волшебство, потому что сегодня ничего, да, и, и, и эта прострация чистого листа. А завтра каждого... испытательного бульона этого что-то вдруг <с <с вылупляется. Спасибо тебе. Это уже есть. Сил, терпения оставаться такими же. Спасибо огромное, Наташа Степанюк, IQ-маркетинг. Спасибо, Таня. следующей большое.